Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло! И империи ни до чего дела не было! Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелд! Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится! Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Вильгельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Савнгард ждет. Нет, не может быть. Я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим. Шор, Мар, Дивелла, Кинарет, Акатош! Боги! Пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка! Генерал Тулий, военный наместник! А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелген. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Виллот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Смешно. Папа, кто это такие? Куда они идут? Иди скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо! Да, папа. Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте. Мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, вор. Скажи им правду. Мы не с тобой. Это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам... Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед. А кто ты?
Неудачное время для возвращения домой, родич. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. В бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. По крайней мере, ты умрешь на родной земле. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник. Здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тули. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете? Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Следующий – Норт Варванье. Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Севенгарде, брат. Похоже, мы единственные, кому удалось спастись. Это был дракон, никаких сомнений. Прямо как в детских сказках и легендах. Драконы — предвестники конца времен. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Ну вот,
Можешь взять вещи Гуннера, они ему больше не понадобятся. Хорошо, надевай броню и опробуй топор. Пойду поищу, как нам выбраться отсюда. Тут заперто. Сейчас гляну, что... Проклятие! С этой стороны не открыто. Можешь ли ты открыть дверь? Скорее, бежим, пока дракон не обрушил нам башню на голову. Готово? Тогда пошли. Смерть империи! Тролья кровь! Это комната пыток! Слышишь? Пошли! Да ладно! Должно быть сбежал! Дракон, я его больше не видел.
комнате что-то есть. Закрыто. Ты не сможешь ли открыть отмычкой? Золото нам понадобится, когда... Хватай все, что может пригодиться, и пошли. Дождаться генерала Тулли. Я не хочу, чтобы дракон меня закрыл. Пленники убегают. Посмотрим, куда ведет этот ход. Постой!
Там медведица впереди, видишь? По мне, с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть. Идем тихонько, осторожно, и смотри, куда ногу ставишь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Чудом проскользнул. Похоже, это выход. Я знал, что это будет. Постой. Кажется, на сей раз он совсем улетел. Никак не выяснить, уцелел ли еще кто-нибудь. Но скоро тут будет не продохнуть от имперцев. Лучше убраться подальше. Моя сестра Гердур держит лесопилку в Ривервуде. Дальше на дороге. Уверен, она тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Не стоило сюда приходить. Это пустяк.
Хорошо, что ты со мной. Мы уже почти дошли до Риверна. Недавно в Ривервуде. Если ищешь работу, поговори с Ходом на лесопилке. Ралов? Откуда ты его знаешь? Если ты и вправду друг Ралофа, я с радостью помогу. Но расскажи все-таки, как вы с ним познакомились? Дракон? В Хелгене? Не может быть. Хотя, теперь понятно, что я видела. Он летел над долиной с юга. Я-то подумала, что мне просто привиделось. Это верно, я его видела, но как же это возможно? Драконов не существует. Это же только старые сказки. Не знаю, но я почему-то тебе верю. У тебя такой вид, будто за тобой вправду гнался дракон. Все идет хуже некуда. Сперва война, теперь драконы. Куда катится этот мир? Надо сообщить Ярлу, что в округе объявился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу в Вайтран, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Братишка! Мара милосердная, ты жив и здоров. Я твоего друга уже знаю, конечно. Но разве для тебя не опасно? Имперцы не станут тебя искать? Нет, со мной все в порядке.
Месяца драконов город закрыт. Проход только по официальной... Ладно. Но смотри у меня. Мы заплатим любую цену, но нам необходимо больше мечей. Честь твоей семьи важна для тебя, но мы просто не можем себе этого позволить. Рожденного севером, даровавшим мне дыхание. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Ну тогда понятно, почему страж тебя пропустил. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. И кто же это? Так значит, ты свидетель нападения на Хелген. И там действительно был дракон. Во имя Исмира, Айрилет была права. Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон жжет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма... Вот. Ты еще куда? Идем. Найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Фаренгар, я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он должно быть им... Да, мне... Ну, когда я говорю «добыть», я имею... Сразу к делу, да? Никаких «зачем» и «почему». Я узнал о некой... Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, сейчас она, скорее всего, в главном важное. Чертоге, и делайте, принеси что ее что мне. Хотите, но все я просто. Хочу знать, как нам победить тебе этот дракон или дракон. Хелген напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. С разбойниками я еще могу справиться. Но теперь вон драконы обними. Yeah.
покончить с этой глупой игрой. Хватит!
На помощь! Сюда!
кто-то должен что-то сделать. Я не знаю, что тебе там говорили, но ривервудский торговец все еще... Украшение из чистого... Он у тебя? Я верну его на место. Я не забуду тебя. Твоя помощь мне и моей сестре неоценима. Спасибо. Да, немного того, немного сего. Угу. Мы с тобой здесь единственные, кто еще не лишился разума. В ривервудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Терминология явно времен... А, драконий камень. Поговори об этом себе. Моя... Выходит, твоя информация все-таки оказалась правдой. И нашему другу выпала честь добыть ее.